Флаг в руках победителей! 149 команд, почти 2000 участников из 80 регионов России. 3 недели школьники со всей страны боролись за звание лучших. На торжественной церемонии закрытия в ВДЦ «Смена» получили заслуженные медали призеры и победители 20-х всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В основную программу президентских состязаний входят творческие и теоретические конкурсы, а также соревнования в спортивном многоборье и эстафетном беге. Среди сельских классов команд первое место в спортивном многоборье заняли участники из села Пыщук Костромской области. Представители Республики Башкортостан стали лучшими среди сельских классов команд в эстафетном беге. Победителями многоборья и соревнований по эстафетному бегу в общекомандном зачете среди городских классов команд стали представители города Черняховск Калининградской области. Они же одержали победу в теоретическом конкурсе. Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто поддерживал всю команду, каждого игрока, кто обучал нас все эти 10 лет. Лучший личный результат в спортивном многоборье среди городских участников показали Яна Шахова из Сыктывкара и Даниил Павлов из Чувашской республики. Среди школьников сельских классов команд впереди Алина Селезнева из Белгородской области и Николай Зибров из Орловской области. Победителями в творческом конкурсе среди городских классов команд стали школьники из города Якутска. Лучшими среди сельских жюри признало выступление команды из Алтайского края. По итогам финального тура теоретического конкурса среди сельских классов команд победителями стали участники из Республики Коми. Громче аплодисменты победителям и призерам теоретического конкурса среди сельских классов команд. Образование, интеллект, развитость различных направлений, да, широкое мировоззрение – это и делает человека, современного человека, успешным. Это круто, когда одноклассники – твоя команда, за которых ты рубишься, с которыми вместе ты готовишься. И, наверное, в этом самая главная изюминка. Поздравить юных чемпионов приехал герой Российской Федерации, космонавт-испытатель Сергей Рязанский. Мне хочется поздравить всех вас, которые приехали на эти состязания, потому что вы уже победители. Вы уже молодцы. Я уверен, что вот это чувство, когда ты что-то делаешь не за себя, а за своих товарищей, за свой класс, за свою команду, это пройдет с вами многие годы. Из 74 сельских команд тройку победителей в общекомандном зачете возглавила сельская класс-команда из Костромской области. На втором месте – Воронежская область. Третьими стали участники из Республики Татарстан. Среди 75 городских классов команд вперед вышли 3 команды. Бронза у Липецкой области. Второе место завоевали представители Республики Коми. Золотые медали у школьников из города Черняховск Калининградской области. Как только закончились экзамены, мы сразу на стадион, на тренировке. В общем-то, вот сплоченность, боевой дух, настрой. Мы все друг друга поддерживали. В общем, так вот у нас и получилось достичь победы. Привет, Калининградская область! Это достижение 5 лет. Мы все 5 лет тренировались, но первый раз выпал наш класс. И мы рады, что мы сюда попали. Привет, Пыщук! На 3 недели в смене собралась вся страна. Мальчишки и девчонки из разных уголков России стали не только соперниками, но и друзьями. Важнее всех побед, медалей и кубков могут быть только яркие воспоминания и верные друзья из разных городов. Финальным подарком для всех участников президентских состязаний 2018 стало выступление известного артиста Стаса Моря и праздничный салют. Я могу сделать мир добрее, я могу, если только захочу, я могу стать еще сильнее, мне это по плечу. Я могу сделать мир добрее, я могу, если только захочу, я могу стать еще сильнее. Я это по плечу.